От развития бизнеса до вручения госнаград. В Рио губернатор Тюменской области Александр Мор сегодня находится с рабочим визитом в Новом Уренгое. Детали узнаем от моей коллеги Ирины Шипиловой. Ирина, приветствую, тебе слово. Катя, добрый день. Теплый прием оказали сегодня тюменской делегации в Новом Уренгое. Два временно исполняющих обязанности Тюменской области Ямала встретились у трапа самолета, на котором мы прилетели, и вместе отправились на встречу с депутатами Тюменской областной думы. Здесь, в здании «Газпром Добыча Ямбург», прошли переговоры, главная тема которых касалась программы сотрудничества для Ямала. В этом году переселение ямальцев в более комфортные климатические условия, имеется в виду на юг Тюменской области, предусмотрено 1 миллиард рублей. Это возможность для переселения более 400 семей. Кроме этого, 1 сентября откроется школа в одном из микрорайонов ямальских, построенных в Тюмени. И кроме того, что это будет современная школа, там будет открыт еще и образовательный центр «Сириус» для одаренных детей. Обсудили также и особую для ямальцев тему. Это инфраструктура и экономические связи. Давайте послушаем, что об этом в ходе встречи рассказал Александр Моор. Ну и, конечно же, наш динамично развивающийся «Газпром», качественная, вкусная, в большом количестве продукция, с помощью ярмарок поступает на Ямал. Но у нас есть планы по нашему расширению нашего присутствия как в количественном, так и в качественном ассортименте, в том числе через поддержку наших предприятий, которые развивают сеть своих фирменных магазинов. Я думаю, что сегодня уже есть первые примеры и в Ямале, и в Уренгое. Мы будем через особую форму поддержки эту тенденцию поддерживать. Сейчас здесь проходит встреча с представителями ямальских отделений партии «Единая Россия». Также предусмотрена еще встреча с коллективом Новоуренгойской городской больницы. И также пройдет церемония награждения жителей Нового Уренгоя наградами губернатора Тюменской области и Ямала. Катя. Спасибо, Ирина. Будем ждать от тебя новые подробности в следующих выпусках ТСН.